Красный, синий, зеленый, оранжевый, зеленый, синий, оранжевый, желтый, желтый, оранжевый, синий, зеленый, оранжевый, красный, красный, зеленый, оранжевый, оранжевый, желтый, желтый, зеленый, оранжевый, синий, красный, синий, оранжевый, синий, желтый, оранжевый, красный, вдыхаю. Нажимаем на правую. Держите правую. Набиваем. Красный. Синий. Зеленый. Красный. Оранжевый. Зеленый. Синий. Синий. Зеленый. Оранжевый. Красный. Зеленый, желтый, оранжевый, желтый, оранжевый, зеленый, красный, синий. Дыхаем. Мячик берем в баскетболе. Набиваем и мячик в пол. Да. Значит. Все, начали. Thank you.
свист купила. Скорости, прыжок, выпад, неприставные шаги, Виолетта, ты приставными просто двигаешься. Ну, прыжок, выпад, на скорость работаем, ножку правее, потом ножку левее, как мы делали за столом. Прыжок, выпад, делаем. Это там веселее. Приготовились, еще раз. На скорость работаем.
Приготовились.
Начало на правой ноге, не подраги. Первое начало вот есть. На правой ноге начинаем. Тоже ты не начал. Это вторая рука. Поворотуешь на замах на последний удар. Thank you.
Мы это исправим. Ножки на ножку, на левую, вот на правую, то есть шажок Ну, покажи, как ты будешь делать. Да, только не вниз, а вперед. Не высокий мяч. Вот повыше сетки. И более открыто. Если ударишь закрыто, он же упадет. Давай. Еще. Сюда ручку провела, так что вперед хорошо просунула. Тяни с ним, поворот. Вперед. Ручку за локоть убери. Делаешь? Вот. Вот. И вперед вот здесь. Вперед. Это ручка здесь держит. Локоть, чтоб был за резиночкой. Сильно закрыла ракетка. Вот, молодец. Молодец. Вот, умница. Еще, ну, опять тут закрытая. Чуть попала,
Алексей закрыл ракетку, а она на плоский зал не идет. Давай. Еще, помоги чуть-чуть вот туловищем, когда бьешь вперед. Вот. Так, покажи рука, чтобы не пошла. Туловище откручивает вперед. Вот, пока выйдет вперед. Голос не могу. Так начинаешь с правой ноги. Правая нога вот так заваливается. Левая, правая. Туловище работает. Ты ножки. А ты зависла на правой ноге. И справа. Левая, правая. Просто вот на ножках обязательно. И не начинай ставить раньше, чем делать. По левой то же самое. Thank you.
скулы очень долго работает. Немножко, право-лево. А ручка меньше. Вот ручку поставила. Пошла. Чуть вперед ручку поставлю. Вот так. Давай. Скулы еще не работают. Поворотики крутись. Крутись. Дело. Сверху вниз. Подняла, ударила вниз, вниз, вниз идет. Гуляй, поперек. Что для дошла встала? Будет стола работать, это не знаю. Делай задание. Сверху, еще поднимали лучше. И вниз, да, проводишь. Прямо вот сюда. Вот сюда, прямо сверху, на резиночку, прямо в хату. Вот так, и вниз. Давай. Вот, молодец. И вниз. Вот так. Села на ножку направо. Молодец. Давай, без дела наперед. Резинки ничего не будет, если ты на ней ляжешь, не переживай. Давай. Можно не ложиться. Давай. Давай. Главное, чтобы ручка на ней прошла. Молодец, сейчас хорошо ударил. Вот, умница. Давай. Так, еще угол ракеточки. Смотри, у тебя ракетка отвернулась. Поверни ее в эту сторону. Вот, правильно, умница. Еще вложи скулы так, чтобы смачно приложить. Да, давай. Вот, умница. Прям на мячик, чтобы ты чуть-чуть может поднимать себя, смотри. Поднять и так, чтобы ты прям на мячик чуть ли не упал. Вся. Скулы еще всегда. Вот так. Угол ракеточки. Молодец. Все правильно закрыто и сюда. Вот, сейчас смачно было. Молодец. Умница. Все хорошо, давай, правильно. Молодец. Такие хорошие удары выпадали, такие прям смачные. Ух, приложил. Потому что хорошо открыла и прям здесь летела сюда, помогла сверху на мячик сыграла. Молодец. Да, хорошо. Попробую сейчас я поиграть треугольник. Один левый, один правый. Туда ручку просто проводишь. Давай. Вот, умница. И туда еще туда, направление. Нет, смотри, ты сейчас сделала шаг, а рука за тобой осталась. Ручка должна бить, не давить, она перед тобой. А ты сделала как шаг, а ручка осталась сзади, поэтому не попала. Не спеши, ракетка перед тобой должна быть. Давай. Вот. Сильно на назад ракетку не убирай далеко. Вот, держи контроль. Далеко назад не убирай. Главное вверх и дальше от себя сыграть. Вот, да. Молодец, давай, давай. Не спеши, Кулач. Не спеши, ты начала ракетку. Отдохни.
Ты начала назад далеко убирать, и у тебя мяч опять сзади. Ты начала понимать, ты не можешь уже. Угу. Да, ты можешь надавить, ты попытки. Если ракетка здесь, видишь, ты не можешь надавить на мяч. Ты только ручкой можешь вот так поставить и все. Так, давайте по прямым ударам плоские без значения. У всех. По 10 розыгрышей меняйтесь. Справа по прямым работаем. Плоские удары. Вот так, давай. Вот, сейчас хорошо сделали. Смотри на меня. Вот, вниз, вниз хорошо сделали. О, видишь, он есть перед тобой, ты можешь на него прям вся обложиться. Давай, удар, вес своего тела. Молодец, умница. Вот так, умница, давай. Хорошо, быстро. Найди. О, отлично. Хорошо, давай теперь. Самое поделать, я по всему ставлю. Играешь, ну, свободно. Правый, левый угол направляешь. Без силы ты меня. По всему ставлю. На туловище добавлять удар всегда, ты одной ручкой, ну что там можно ударить? Ты должна добавить, но с телом Thank you.
там свеча справа и контратака. Все к тебе позиции. Матюнина сюда. Да. Бывает. Лево, ладно. Значит, смотри, делаешь скидку, слева по диагонали, справа была скидку, слева выходишь на дистанцию, ныряешь под мяч и вперед играешь. Обязательно сделала раз, вынырнула, сделала движение усилия. Это не колокольчик перед собой. И не толчок, все равно должен быть не так. Легкий. Но вперед. Вы подклеите эту точку? Зачем тебе клеить? А что у тебя? Она что-то давно. Ну понятно. Чего меня не отрывается? Ну я делала, когда вот сюда какая-то швейчик и делаешь слева. Я тоже зацепилась. И все. Первый раз, а ты потом еще пальцем дозираешь, да? А вот ты сейчас стоишь. Я показываю. Пока показываешь и делаешь. Фиолетовая по левой диагонали. Фиолетовая по левой, остальные по правой. Контратака у тебя справа должна быть. На ходу не бей. Выйти вперед еще сделать. Выйти и вперед сделать. На ходу не отталкиваться. А ты вот так руки задираешь вот так вся, не сковываешься здесь, движение вообще не свободное. Поэтому мячи валятся. Виолетта, давай перед собой как работали позиции. Соня, где контратака? Где свеча уже? Где что-нибудь? Чего ты отошла на 100 метров? Первый мяч простой, чего ты отошла на 100 метров? Бери дистанцию, какую надо, а не какая получится. Thank you.
нас тренировка. Тренировка. София, Роман. Thank you.
свободно провести ресурсы, свободно движение вперед. Но если рука будет сильно низко, вперед она не пройдет, уже надо снизу идти, потому что у тебя сердце отвели. Все, ты срезала, тебе начали, ты продолжила. Сверху должна быть. Или начали, накрутили мяч. Сверху должна быть. Ты снизу, снизу и напрыгнула. Снизу надо резко обкатывать. Этого не делать. Ты снизу толкаешь. Не откатываешь, а просто снизу толкаешь. Кто толкает снизу? Вперед, Вероника. Вероника, контратака. Контратака, где? А вы не так понимаете. Ищи мяч, просто верхнюю точку и пересекал. Делать все шелка вот при мне, слева начало по прямой. Там мало. Да. Ледышкина. Соперник, это вперед. А ты делаешь, у тебя вперед окно. Получается сбоку вот так движение. Ну, вот так, тогда туловище может помочь. Столу.
вращение слева.